Фифалейку, мои юные любители фифы, и Илья. И сегодня у нас, ребята, поединок против парижан, плюс Лига Чемпионов против Атлетико Мадрид. Я вам скажу, это просто сумасшедшая серия. Очень-очень напряженные матчи будут нас ожидать. Сейчас реально очень важный гостевой поединок против парижан. Это первое, что нас ожидает, потому что в турнирной таблице, как вы видите, ребята, мы находимся на первой строчке, и 5 очей отделяет от парижан. Если сейчас мы выигрываем парижан, мы отрываемся, уходим в очень хороший отрыв, который будет составлять уже, ребята, 8 очей. И я думаю, что это будет очень тяжело сократить для парижан в дальнейших поединках. Поэтому нужно сейчас, ребят, реально напрячься. Нужно сейчас забрать очки у них. И я думаю, это реально. А в следующем поединке уже разбираться с нашими проблемами в Лиге Чемпионов. Как мы знаем, ребят, у нас было неплохое трансферное окно. Хорошее приобретение в донецкий клуб. Вот. И сейчас посмотрим, проверим на прочность их в этом просто принципиальнейшем поединке. ПСЖ... Сейчас я больше чем уверен, будут очень-очень серьезно играть дома. По победам вы видите, у них 6 побед, 1 ничья, у нас 7 побед. Нужно посмотреть состав их. Да, Мбаппе видим. У них очень серьезный состав. И запускать. Кайоды, 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 давай. Дальше, хорошо. Вот. Хорошо, замыкай, отлично, 1-0. 1-0 забиваем, ребят. Тайсон, да? Да, Тайсон забивает. Блин. Ну вообще, молодец, отлично, отлично просто разыграли. Вот здесь пропустили парижане очень хорошо. И здесь уже в пустые ворота, ну Тайсону как бы, если бы не забил, это было вообще, наверное, беда-бедой. Ой-ой-ой, вываливается один в один, Мбаппе, удар! Слава богу. А не, это не Мбаппе был. Это какой-то Нкуку был, сон не хочет уходить. Дальше хорошо. И запускать, и здесь замыкать. Твою ж дивизию. Прям с головы ногой снял. Да, если не ошибаюсь? Нет. Пробивал все-таки наш игрок. Патрик бил. Вряд ли мы просто так сдадимся. Хорошо, Кайоды. И замыкай. Что ты будешь делать, защитник? Конечно, мешал. Первый на мяче наш должен быть Кайоды. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Ну, давай, Сона. Отлично. И в дальний. Ой-ой-ой, голкипер тащит. Но это было опасно. Возвращаемся. Санчес. Ух ты. Ё-моё. Чуть в раздевалку Верати не отгружает банку. Вынос Лунина подальше. Первый тайм заканчивается. Ребят, очень напряженно. Было у парижан два момента, но они нас простили. И простили причем процентов на 100 простили нас. Вот. И сейчас у нас нужно подосвежиться. Сейчас Тайсон уже подсел. Мы выпустим Коваленко на его позицию. И Алекса выпустим. Свежее нападение, свежий центр. Я думаю, сейчас можно что-то будет еще придумать. Хорошо, хорошо. Здесь наш, наш должен быть. Отлично, отлично. Витек, Витек, Витек здесь отдает. И давай. Хорош, 2-0. 2-0, отлично. Отлично, это Алан Патрик забивает. Ну, хорош. Очень хорошая замена Виллиану. Вот, пока Виллиан сейчас еще на больничке лежит. Алан Патрик забивает. Хорош. Отлично, отлично Степаненко поборолся. Хорош. И запускай. Отлично, Тейшера один в один выход. И в дальний. Фу, разгром. Просто огромим парижан. Да, конечно, такого я не ожидал на самом деле. Думал, будет потяжелее. И здесь выход опять один на один. Ай-яй-яй-яй-яй, да, трап первый на мяче. Ох ты, как опасно может быть Лунин. Лунин на месте. И здесь замыкай. 4-0, до свидания называется. Парижане, до свидания. Витя. Они... А, да, Витька. Витька забивает. Хорош. Гол просто, просто лучший. Реально срабатывают наши замены. Коваленко, Тейшейра забивают. Итак, ребят, заканчивается поединок против парижан. Мы просто безбожно огромим их в Париже. 4-0. Я даже не знаю, как это описать, но вы видите, Виктор Коваленко, лучший игрок матча. Угадал с заменой. Угадал просто 100%. Ассист плюс гол. Вообще просто красавчик. И, ребят, таким самым мы увеличиваем разрыв до 8 очков
от парижан, это просто сумасшедшая разница. Видите, следующий поединок у нас против Атлетико Мадрид, и здесь будет решаться дальнейшее наше участие в Лиге Чемпионов. Если мы сейчас побеждаем, то мы проходим дальше. Ничья нас, в принципе, не устраивает, потому что дальше будет все зависеть от Леха с Аяксом, поэтому нужна только победа. Матч домашний, погода, конечно, видите сами. Зимушка, зима, очень тяжелое время года для игры в футбол. Но я думаю, что Шахтеру к этому не привыкать, к этой погоде, так как у нас в стране всегда такие погодные условия зимой. А вот для испанцев это будет очень тяжелая игра. Здесь забегание Кайоды, Кайода оторвался. И давай, 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 давай. И в дальний. В дальний за штраф. Блин. Вратарь просто хорош. Хорошо. И... Голяссо, Голяссо. Ребят, там вообще просто непонятное что-то произошло. И Степаненко воспользовался этим и забил. Я, честно, даже не понял. Там упал защитник, видно, поскользнулся. Давайте посмотрим еще раз. А, он подкат сзади делал и упал. И здесь Степаненко просто воспользовался ситуацией. Опасно, как было. Ёперный в балет. Да. Что это было от Лунина, непонятно. Вот здесь. Ну почему он не взял его? Почему не накрыл Луни? Да, это ошибка, которая нам может дорого очень стоить. На Кайоды. И дальше. И один в один. Замыкай. Хорош. Хорош, 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 хорош. Да, Тайсон. Красавчик Тайсон, ребят, выводит в очередной раз нас вперед. Отличный розыгрыш. И как бы очень хорошо сыграл Кайоды. Вот здесь отдал пас. И не затянул, конечно, Тайсон. Но все же, надо было чуть-чуть раньше пробивать. Но я решил, рискнул. И видите, оправданный риск. Елки-палки, вот розыгрыши. Да, сумасшедшие розыгрыши. Хорош. Здесь Ярик, Ярик, хорош. Ярик просто выручалочка наша. Отлично. Лунин, 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 нет. Твою мать, опять Лунин. Почему нет фиксации у него? Два гола, два привоза, ребят. Ну это вообще жестко. Что-то подприжало нас Атлетика. Ой-ой-ой. Лунин, ну. Хорош Лунин сейчас. Итак, ребят, первый тайм заканчивается. Счет 2-2. Я вот честно... Блин, ну ладно, второй гол, в принципе, на Лунина... Ну вешать я не знаю. Ну, нерезонно. Вот, но первый гол 100% привоз Лунина. Почему он не зафиксировал, я не знаю. Что это было, я тоже не понимаю. Предлагаю сейчас сменить Тайсона на Коваленко. Коваленко в том поединке очень качественно показал себя. Думаю, в этом не менее должен себя проявить. И давай. Отлично. Витька, Витька, Витька. И давай. Удар. Какой момент. Еще надо было пас отдавать. Блин, почему я не отдал пас? Так, нужно усиляться. Нужно замену делать. Кайоды нужно снимать. И выпускать Алекса. Опасно сейчас может быть. Очень опасно может быть. Лунин. Да, реабилитируется за первый мяч он. Хорошо. Отработали, отлично. И дальше давай, давай, дальше, давай, давай, давай. Давай, здесь Кайода уходит. Один в один выход. Просто нет слов. Уже нет сил возвращаться опорником домой. Все, хорошо. Давай, 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 давай. Там пенальти должен быть. Должен быть пенальти. Ну, да, пенальти, ребят. 83-я минута. Я хочу поменять. Я хочу Витю поставить. Ну, Витька, давай. Вся надежда на тебя. Хорош. Ребят, хорош. Витя, Витя просто умница. Витя заработал этот пенальти. Витя и должен был пробивать его. Разводит, разводит он вратаря просто, просто на ура. Вратарь на месте остался. Вот, а Витя пробил в угол. Ой, как не хотелось бы сейчас пропускать. Держать, держать, держать. Ё-моё. Ё-моё, Лунин, Лунин. Просто выручалочка. Просто спасает, ребят, второй раз. Второй раз спасает нас. Один раз напорол боков. Просто во втором тайме его не узнать.
Победа, ребят, побеждаем. Побеждаем Атлетика просто в сумасшедшем поединке. Я реально, я не знаю. Это очень-очень тяжелый был поединок, так как мы, ребят, забивали, пропускали, пропускали опять. И в конце Витя. Витя просто лучший. Реализовал, реально, он просто моментище. Я не знаю, как нам повезло, но, ребят, мы проходим дальше. Ребят, пока мисс неизвестно, жеребьевки еще не было. Но на этой просто невероятной ноте, ребят, будем заканчивать. Мы, я не знаю, просто два было сумасшедших поединка, в которых мы смогли одержать победу. Я просто в шоке, ребят. Но мы с вами молодцы. Поэтому что, не забывайте подписаться на канал, влепить Лукас. Обязательно, ребят, просто вот именно в обязательном порядке написать коммент, что вы думаете по поводу победы над парижанами. Просто их разгромили 4-0. И что вы думаете по поводу тяжелейшего поединка против Атлетико. И как вам игра самого Лунина, ребят? Напишите, пожалуйста, очень интересно ваше мнение. Всем удачи, всем пока.